Всем привет! Вот мы снова на рыбалочке. Снова мы на Лелубке. Опять на леща. Находимся за Слокой. Ну, это где-то получается между Слокой и Калсенсом. Сразу откроюсь удачно. С Андрюхой опять на рыбалочке. Андрюха приехал вчера вечером. Я приехал по темноте ночью. Сразу скажу, что уже поймал несколько лещей. По темноте, но не снимал, потому что, ну, сами понимаете, в темноте там ни хрена не видно. Что там снимать-то? Сейчас вот подойду, покажу вам, что наловил. Сейчас раннее-раннее утро, где-то 4 часа утра. Вот уже расцветает. Смотрите, какая красота. Поля. Ладно, давайте сейчас спустимся, покажу, что наловил. Ну и продолжим рыбалочку. Там я поставлю сюда, будем смотреть, что там у нас клюет. Да, был один такой обидный сходик. Там лещ килограмма, наверное, на 2 был точно. Уже доволок его буквально, ну, уже до бровки рядышком перед травкой. Дал и дал дёру. Чуть-чуть фрикциончик перекрутил и оторвал мне крючок. Зараза. Хороший лещинский был. А так, ну, самый большой где-то кило 200, может, даже побулей. В садке есть. Ну, того большого упустил. Ладно, я надеюсь, что сейчас еще что-то вытащим. Сейчас я вам покажу, что там уже за ночь удалось поймать. Закинул 2 филлера. Так, не клюет ли там? Андрюха, всем привет! Андрюха сонный. Я сам недавно тоже проснулся, чуть-чуть подремал. Проспал тоже поклевку, но леща не было. Ну, что-то удалось мне поймать уже. Смотрите, какие красавцы. Вон тут вообще где-то полторашка, наверное. Громадная. Где-то 4 лещика там есть. Больших. Не будем шуметь, не будем. Тихо. А то сейчас всех соседей разбудим. Лещики агрессивные такие, дерзкие. Лещинские, красавцы. Вот один хороший, один вообще полторашка где-то. Ладно, все, давайте я буду ставиться. И будем ловить. Эх, камеру забрызгали паразиты. Прикормочка у меня, ребята, прикормка NG. Микс. Там лещ, линь, карась. Зелененькая конопляная. Она овсяночкой присутствует. Туда еще опариков добавил. Ловлю на инлайн, как всегда. На свои любимые системки. Поводки сделал чуть-чуть короче в этот раз. Где-то сантиков по 45. Знаете, вот, хорошо поклевывают на них. Очень так поближе к кормушечке. Ловим на опарыша. В основном поклевки все происходят на опарыш, на пучок. 3-4 штучки. На червя пробовал, на червяка пока помалкивал. Ну, сейчас попробую, может, еще на червя второй фидер закинуть. А вот на парике, на опарыша хорошо клюет. Ладно, все, ставлюсь и ловим. Вот, ребятки, системка такая. Кормушка у меня на вертлюжке. Кстати, вертлюжок, который для поплавков предназначен. Видите? Я его повесил, обалденно. Ну, как бы, вот, кормушку на него цепляю, и все офигенно. Сделал косичку. Сантиков 10. Чтобы не путалось. Чтобы поводок не путался вокруг кормушки. И вот такой пучок красивый. Опариков. Опариков насаживаю за попку. С легонца, чтобы они шевелились вот так вот, чтобы шевелились красиво.
пора уже завязывать. Скоро дождик пойдет. Тучи он нахлынут. Надо уже домой чесать. Ладно, ребята, буду завязывать с рыбалкой. Он уже, Андрюха, собирается. Да и я буду собираться, а то тучки понашли. Оттуда натягивает дождик. Не хочу под дождем собираться. Да и уже хватит уже на сегодня. Сейчас 11 часов где-то утра. Ну, что-то удалось накропать. Интересно, рыбалочка была такая по крупнику больше сегодня, по лещинскому. Сход один был хороший, конечно, жалко, обидно. Ну, ничего. Надо будет фидергам поставить. Сам лоханулся. Без фидергама с такими лещами тут лучше не шутить на шнуре. Такой килограммочка два был точно. Ладно, сейчас покажу, что по итогам удалось накропать. Ну, что-то удалось накропать. Это маленький, давай его отпустим, пускай живет. Это особенно один такой красавец попался. Порадовал. Вот. Куда ж ты так рыпаешься? Вот так. Ну, за кило шно где-то кило 200, плюс-минус. Килограмм 5, но хороший. Все-таки приличный габус, но этот самый, можно сказать, маленький. Ну, это такой грамм 600, грамм 600 где-то, ну, где-то полкилограммчика. Ну, побольше, ну, тоже где-то 600, почти личики. Ну, конечно, красавец. О, лопатуля. Ну, что-то удалось накропать, на жареху хватит. Ну, как-то так, скромненько. Ну, в принципе, для дома, для жарехи вполне хватает. Что я рыбалка удалась. За большим количеством не гонюсь. Этого прилично, вполне хватает. Ну, все, ребята, всем не хвоста, не чеши. Отправляюсь домой. В общем, как-то так сегодня, скромненько полещу. Ну, лещи есть, присутствуют. И на дербань здесь его можно. Место хорошее. Ладно, ребята, все. До новых встреч на новом месте. На каком еще не знаю. Может быть, еще сюда подъеду, потому что местечко очень так довольно-таки понравилось. Этот трофейный лещ там сошел, обидочка. Надо его повторить попыточку вытащить на следующей рыбалочке. Так что, думаю, еще, может, сюда подскочу. Попробую половить леща. Ладно, где-нибудь увидимся. Все, ребятки, все. Всем пока.